Современная молодежь не имеет активной гражданской позиции, и ей безразлична судьба своей страны. Так считают многие. Но количество участников на форуме и их заинтересованность в судьбе своего региона позволяют убедиться в обратном. Если я приехала на смену предпринимателей, я надеюсь, что я подчеркну что-то новое и смогу что-то привнести в свой регион, в том числе в свой родной город Одинцово. Я сам создал 2 проекта в нашем городе. Ну вот, собственно говоря, приехали для того, чтобы повысить свои знания в этой области. Ну и поделиться своими проектами, собственно говоря, чтобы мы обсудили и решили, как лучше реализовать их. Я приехала на направление медиа. Вот, хочу как-то больше углубиться в это направление и работать уже дальше. Форум «Молодежь Подмосковья. Территория успеха» – это площадка для диалога и сотрудничества между авторитетными экспертами и теми, кто только начинает свой профессиональный путь. Один из первых мастер-классов для студентов провела Ирина Плещева, начальник главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Ее знает и любит молодежь. Цель ее тренинга – не навязать ребятам определенную позицию, а помочь им выработать собственную. Если молодежь позиционно есть, это здорово, но надо понять, это позиция или наоборот ее отсутствие. Если это позиция, то надо смотреть, может быть, они правы. На встречу приехало 300 молодых одинцовцев. К ним также присоединились ребята из Звенигорода, Власихи, Краснознаменска, Можайска и Нарафаминска. Форум включает в себя 4 направления. Самый высший – это Ирина Владимировна Плещева, и мы разделились уже на 4 направления. Первое направление – это лидеры молодежной политики. Второе направление уже связанное больше с культурой и творчеством. Третье направление – это масс-медиа. Четвертое направление – предпринимательство. Соответственно, я выбрал молодежные лидеры, поскольку все-таки тоже состою в общественной организации, и тоже нужно там толкать какие-либо свои идеи. Форум прошел в неформальной обстановке. Участники посетили мастер-классы, тренинги, лекции. В игровых условиях учились правильно формулировать собственные идеи, ставить конкретные задачи, защищать созданные проекты. Областная площадка дала молодым людям хорошую возможность высказаться. Это особенно ценно, ведь именно от них зависит будущее нашего региона. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».